Футбольная лихорадка сейчас захватила буквально всех, и взрослых, и детей. Вот и клоун Алекс посвятил этой теме свою программу и дал ребятам увлекательное задание. Горящие глаза, живые эмоции, дети с удовольствием взялись за дело и не сдерживали фантазию. Следующий конкурс тоже связан с этим видом спорта. Нужно было за 3 минуты изобразить как можно больше футбольных мячей, но теперь уже на асфальте. Здесь не было проигравших. Каждый участник получил приз – надувной мяч. Впрочем, самое ценное – это живое общение. Самое главное, вы знаете, это оторвать детей от улицы, оторвать от компьютеров. И вы знаете, самое главное, взрослые могут пообщаться, потому что дети идут к нам. И это самое главное. Нам не хватает в жизни между собой общения. И вот эта программа как раз и для того, чтобы общались и дети между собой, и взрослые. Шоу клоуна Алекса удалось. После творческих заданий последовал конкурс мыльных пузырей, где все резвились от души. А дальше были танцы прямо на главной аллее парка. Было очень весело и интересно. Мне надолго запомнится это шоу. Я с удовольствием порисовала, потанцевала, несмотря на то, что сегодня идет дождик. Центральный парк Видного стал местом притяжения для детей. Особенно сейчас, летом. Многочисленные аттракционы и карусели, каждый найдет то, что ему по душе. Ребята буквально стремятся сюда, а родители только рады. Нам очень нравится здесь. Мы ходим сюда практически каждый день, потому что живем недалеко, на Заводской. Гуляем тут постоянно, на детских площадках, прыгаем на батутах. Нам очень нравится, все весело, все замечательно. Он мой самый младший сын, просто довольный, бегает, резвится. Действительно, атмосфера парка располагает к тому, чтобы подрастающее поколение весело проводило свободное время. И эти беззаботные дни надолго остались яркими воспоминаниями. Екатерина Коваленко, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.